Из аутсайдеров в статус самой яркой команды чемпионата СССР. И игра по новаторской бразильской схеме. Дар Божий 1%. Остальное все это труд. Первый гол сезона на нашем стадионе. Его автор Эдуард Малафеев. Команда-символ восстановленного после войны Минска. И вот эта архитектура, она давала человеку, который увидел руины города, она давала ему большую мечту. Мяч ему стыки на удар. Гол! Точка отсчета в истории побед белорусского футбола. Бронза 1963 года с золотым оттенком. Такой ажиотаж среди болельщиков. Занимали очередь, чтобы купить билеты. Ночью там дежурили, разжигали костры там. Представляете, какая была любовь, уважение, как к нам относились. Эта эпоха для меня осталась светлой такой. Ну, очень я скучаю по этому времени. Адамов с мячом на месте центрального нападающего. Неточный пас. Мы молоды душой, в этом суть. И хоть порой бывает очень сложно, и годы юности назад нам не вернуть. Но в этой жизни все еще возможно, пока живем. Фильм агентства теленовостей «Молодость Динамо». 18 мая после «Панорамы» на «Беларусь-1».